Television Argentin de Russie, un chef de ce char. Vous êtes un Argentin, un des plus illustres du monde entier. Comment pensez-vous pourquoi les Arméniens réussissent et atteignent de grands succès, même habitant loin de leur patrie historique? Merci. Ils sont loin de leur patrie historique parce que les événements de 1915 les ont poussés à sortir des villes dans lesquelles ils vivaient. Mais les Arméniens, c'est un peuple qui, les Arméniens, c'est un peuple qui sait survivre. Я многие говорили, сказал господин Азнагур, и тот вопрос, который был задан. Вопрос был задан такой, почему, как вы считаете, почему столько армян, которые оказались и известными, и востребованными во всем мире, в разных странах. А господин Азнагур отвечает, что начиная с 1915 года, когда многие армяне вынуждены были по известным обстоятельствам покинуть свою родину, они стали выживать и в других странах. И надо сказать, что армяне умеют выжить и умеют приспособиться к хорошему смысле слова. L'Arménien, quand il rentre dans un pays qui l'a accueilli, il devient un enfant du pays. Arménien, quand il arrive dans une страну, qui принимает, он становится ребенком, сыном этой страны. Il s'engage volontaire si on est en guerre, il fait de la résistance s'il faut en faire, et nous avons tout ça en France, et il n'y en a aucun dans les autres pays. И он включается в активную жизнь той страны, в которой он начинает жизнь. Он участвует в сопротивлении, чему мы были свидетелями из опыта разных стран. Это свойство армян, которые рассеялись по всему миру. Je dis toujours une chose très importante. Je ne suis pas un Arménien de France. Je suis un Français d'origine arménienne. Я часто говорил фразу, которой я остаюсь верен. Я не французский армянский француз. C'est la même chose en Russie. Я думаю, что то же самое и в России. Ce sont des Russes d'origine arménienne, mais non pas des Arméniens en Russie. Я думаю, что есть тоже русские армянского происхождения, и не наоборот. Спасибо. Здравствуйте, Леонид Семенов, телеканал Russian Music Box. У меня вопрос касаемо дуэтов. Шарль Азнавур, он знаменит своими дуэтами многочисленными с такими персонами, как Паваротти, Синатра. А есть ли, возможно, какой-то исполнитель, с кем Шарль не успел спеть, но это было его мечтой? Знаете, таких артистов тысячи, но, к сожалению, это физически просто невозможно охватить их всех. Я бы с удовольствием спел бы это с другими. Спасибо, да, прошу вас, следующий вопрос. Здравствуйте, господин Азнавур. Ваши родители бежали из Турции, спасаясь от массовых истреблений. Как им удалось спасти, что они пережили, и как это перенеслось в ваше творчество? Кристина Метту, телекомпания НТВ. Нет, мои родители не из Турции уехали,
потому что моя мама уехала не из Армении. Моя мама уехала из Турции, а мой отец уехал из Грузии. Je suis un peu turc, un peu russe, un peu géorgien, un peu arménien et très français. Vous savez, je suis en общем-то немножко турок, немножко армянин, немножко грузин и, пожалуй, больше всего француз. Спасибо, коллеги, давайте не будем повторяться. Прошу вас, ваш вопрос. Здравствуйте, главная газета РЖД, газета «Гудок». У меня такой вопрос. Вы находитесь в прекрасной физической форме. Насколько, то есть какими видами спорта вы занимаетесь, как вы себя поддерживаете, есть ли какая-то диета? Спасибо. Я пор коммунисты. Нет, я сразу начинаю говорить с того, что спортом я не занимаюсь. Je ne fais pas sport, on peut pas jouer. И потом мне не удается три раза кушать в день. Et je bois avec modération. И потом я очень умеренно пью. Mais je fais pas sport, on peut pas jouer, je ne fais que le petit déjeuner, le déjeuner. Le soir, je mange pas la plupart du temps. Ну, что касается моего распорядка, моего питания в день, то я завтракаю и обедаю, а вот ужинать я не ужинаю. И потом, конечно, я не пользуюсь услугами быстрого питания. То есть я живу как самый нормальный человек, я не делаю никаких специальных для себя ограничений. Я больше не курю. И beaucoup de choses comme ça qu'il faut effacer à partir de la cinquantaine. И потом я избегаю делать те вещи, которые лучше не делать после 50 лет. Bien sûr, c'est pas facile, parce que quand on est pris de mauvaises habitudes, c'est très difficile de s'en séparer. Знаете, конечно, это не так просто, потому что если были какие-то вредные привычки до этого возраста, то от них трудно избавиться. Et une chose importante, c'est de tenir droit. А вот что очень важно, это держать прямую спину. Спасибо, конец. Очень ценное замечание. Спасибо вам огромное за эти советы. Мы все воспользуемся. Прошу вас, следующий вопрос. Каждый должен найти равновесие внутри себя. Надо уметь контролировать себя. Не очень выходить из берегов, если только в каких-то очень исключительных случаях. И потом всегда давать себе отчет, что возраст какие-то вещи не прощает и не допускает. И поэтому совсем не обязательно делать подтяжки и другие фокусы классической хирургии. Чтобы везде одного живые молодые глаза, вот я прошу вас видеть. Ему не нужно Я в самом деле я живой человек. Я очень энергичный, живой. Прошу вас. Месье Азнагур, добро пожаловать в Москву, очень рада вас видеть. Чиновская газета «Собеседник». У меня вопрос, как вы готовитесь к своим концертам, о чем думаете перед тем, как выйти на сцену, и сколько времени, как именно вы работаете над своим голосом, сколько часов там успеваете, споете, как именно это происходит, есть ли у вас какие-то специальные гимнастики для голоса? Нет, я ничего такого не делаю. Я специально никак не готовлю. И тем более не готовлю специально голос.
Спасибо, да, коллеги, я прошу следующий вопрос. Bonjour, monsieur Aznavour, Александр Васильев, для Voix de la Russie. Quelle est votre recette personnelle du bonheur? Какой ваш личный рецепт счастья? Une bonne vie de famille. Хорошая семейная жизнь, жизнь в семье. Merci. Коллеги, и последний вопрос. Здравствуйте, Алексей Азнавур, Илья Маршак, газета «Вечерняя Москва». Когда мне посчастливилось побывать в Париже, единственный раз это было, я привез оттуда пластинку, вот эту где-то 68-го года, вот эта ваша пластинка. И у меня в связи с этим такой вопрос. Что бы вы хотели в этот раз увезти из Москвы с собой? На добрую память, приятные воспоминания. Я не знаю, я еще по магазинам не ходила. Знаете, это такой отдельный спорт. Шопинг. Je parle d'un principe très important. Quand on gagne de l'argent, il faut dépenser de l'argent. Il faut remettre l'argent dans le commerce. У меня такой принцип, когда зарабатываешь деньги, надо их тратить. И нужно их вкладывать в торговлю, в коммерцию. Bonjour, monsieur Charles Aznavour, télécompagnie MIR. Aujourd'hui, c'est une fête, c'est une journée internationale de la non-violence. Que pensez-vous? Est-il possible de vivre sans violence? Merci. En tout cas, j'ai pas l'impression en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est plutôt la violence exacerbée, beaucoup plus forte que d'habitude. Il faut lutter contre ces gens-là, et très fort. Et je crois que tout le monde n'est pas encore totalement réveillé. Знаете, я не думаю, что то, что сейчас происходит вокруг нас, говорит о том, что насилие очень сильное, и нужно действительно очень сконцентрировать свои силы и быть очень сильным для того, чтобы бороться, для того, чтобы противостоять этому, этой волне насилия. Merci beaucoup. Огромное спасибо.